We started with nothing and made it into something. Don't let our problems take that away, yeah. So let's just overcome it and fall back into love and remember how good we used to be. So hold up, hold up, hold up. Don't run away, let's get back to what we lost. I know I keep on talking, but I mean the words that I say. You said love me, I want you to stay. Pentru mine, a fi convocat în echipa țării este o onoare, o mândrie, o responsabilitate pentru țară, pentru oamenii în care am făcut primii pași în fotbalul mare. Data aceasta am primit o convocare mai puțin obișnuită, o convocare foarte plăcută cu tricoul inscripționat în familia Armaș. A fost foarte plăcut pentru mine și foarte emoționant când antrenorul principal mi-a mânat față de toată echipa. Eu cred că este un gest foarte frumos și foarte aplaudat. Să-mi amintesc de gol cu Andorra, a fost acum 2 luni. A fost un gol foarte important pentru mine, pentru că a fost primul gol marcat acasă pentru Național. Dar n-a fost bucuria atât de mare pentru că era minutul 8 și mai era tot meciul de jucat în continuare. Mai mult am simțit plăcerea și bucuria la sfârșitul meciului, când am obținut victoria în fața propriilor suporteri. Doar 11 oameni nu vor reuși transformare, nici 100, dar dacă vom fi 1000, 10.000 în componența echipei țării, atunci vom reuși să fim mai buni. Уже второй год пошел, как я нахожусь в голландском чемпионате. Достаточно комфортно себя там чувствую, уже обустроился достаточно хорошо. Не чувствую какого-либо давления. Также языковой барьер меня не смущает, так как достаточно свободно говорю на английском. Плюс ко всему и в команде ребята меня достаточно хорошо воспринимают, как и тренерский штаб. Свободное время провожу, ну, не в основном, всегда с женой. Нам удалось обзавестись очень, очень хорошими друзьями. Также проводим с ними свободное время. Иногда удается выбраться на рыбалку. Сам по себе голландский чемпионат, сама Голландия, в принципе, конечно же, отличается от Молдавии, так как и уровень жизни немножко другой, быт, футбольный аспект тоже имеет место быть. Но, как ни крути, дома по-другому, оно как-то роднее все. Присутствие жены, естественно, очень сильно влияет на мою, скажем так, на душевное состояние, на общее восприятие мира вокруг себя, как футбольного, так и социального. Она является огромной частью моей жизни и немало помогает мне в становлении как личности, так и футболиста, за что я, естественно, очень сильно благодарен. Мы встаем каждый день. Ох, в 8 утра, в раздевалке мы должны быть в 9, а тренировка начинается в 10 часов, доходит до 2 часов длительность тренировки. Приезжаем, у нас обед на стадионе, и 2 раза в неделю, порой даже 3 раза в неделю у нас есть второе занятие в тренажерном зале. Также стоит отметить, что там очень серьезно относятся к выходным дням. Это даже касается не только футбольного мира, но и всей работы в принципе в стране. Я, так чтобы не соврать, я не помню точно, но кажется до... В общем, каждую неделю у человека должно быть минимум 1 выходной. Но в месяце должна быть, окажется, 1 неделя, где их будет 2.
перед приездом в сборную, после последней игры с Херенвином, удалось попасть в сборную тура. Естественно, этот факт не может не радовать, но сказать, что, грубо говоря, кичусь этим я не могу. Я помню, как я еще находился в раздевалке, и у нас раздевалка достаточно длинная, и увидел у тренерского штаба, у тренера по вратарям и у главного тренера в руках некую коробку, но что на этой коробке, ну, сложно догадаться, когда ты видишь это в первый раз. Но, как мне показалось, издалека я увидел там эмблему сборной. Оказалось, это была правда, и более того, этот подарок был неожиданно приятным. Слова напутствия тоже не остались, грубо говоря, незамеченными, где-то и сердце задело, потому что я понимаю, что это не путешествие домой, это вызов, очередной вызов, что немаловажно, заставляющий тебя задуматься еще раз о том, что ты едешь защищать честь своей страны. Для меня это очень большое событие в моей жизни. Команда страны включает в себя не только игроков, тренерский штаб, докторов и менеджмент. Также в нашу команду входят как болельщики, присутствующие на трибунах стадиона, у экранов телевизора, с телефонами, планшетами. Без вас этот футбол, по сути, не имеет смысла. Мы играем для вас. Ваша поддержка для нас очень важна. Поддержи команду страны. I know I keep on